Здравствуйте, представляем котел сыроварню на 300 литров с ручной лирой. Это кранслива ДУ-50, крышка разбирается на две половинки, рамка открывается в сторону. То есть это значит, краники у нас проточного охлаждения. Здесь краник это проточного охлаждения, здесь краник уровня. Сюда проточное охлаждение выходит, это краник уровня. Сейчас залита вода для проверки. Сейчас у нас пар в рубашке. Включаем сетевую кнопку. Значит, мощность у нас получается 21 киловатт. Включаем сетевую кнопку. Если не будет воды, загорится авария. Ну и тут группа безопасности. КМ, вакуумный клапан, аварийный клапан. Так, и пидрегулятор. Сейчас горит желтая лампочка, сигнализирует о том, что у нас идет пидрегулирование. То есть сейчас переключим его. Поднимем. Все, сейчас идет нагрев. Сейчас ПКМ-ки дойдет до данного параметра, включится, переключится. Это у нас таймер выставлен. Выставлено сейчас 10 секунд. Таймер все работает, схема. Это мешалка у нас реверсная. На клапанном соединении. То сейчас дождемся, пока ПКМ-ка переключит до верхнего предела. И здесь работает в одну сторону, резистором регулируем, переворачиваем в другую сторону. Желобок для полного слива. Мешалка на клапанном соединении. То есть сейчас разобрали клапанное соединение. Убрали, открутили барашек. И откинули в сторону поворотный узел. Брали клампу, мешалку. Ну, для удобства работы ручной лирой. Дошло до верхнего предела. Сейчас стрелка дойдет и отключится котел. Включили еще один, то есть каждый блок у нас включается по 7 киловатт. Все, то есть все дойдет до верхнего предела и переключится. Все, котел готов к работе.